Представляю вам наушники Black Star Click and Play. Эксклюзивное новшество. Ага, нашли дураков. Они должны качественно звучать, даже когда вокруг очень шумно. В этих работает только левый. Правый вообще не работает. Хорошо сидеть в ушах, даже когда занимаешься спортом. Блин, как коряво сделано-то. Обязательно быть беспроводными, легкими в использовании и иметь моментальное подключение. Сбой. Написано сбой. Ну и, конечно же, стильно выглядеть. Охренеть, они вообще одинаковые. Просто один в один, посмотри. Black Star Click and Play. Лохотрон феерического масштаба. Привет, YouTube, и это рубрика «Какая разница?», где я сравниваю дорогие и дешевые вещи и отвечаю на главный вопрос, за что мы платим. И по вашим многочисленным просьбам, сегодня я сравниваю нашумевшие брендовые наушники от Black Star и их дешевый аналог с AliExpress, или, правильнее говорить, их дешевый первоисточник. И знаете, если бы не подпись бренда, то я бы их сейчас перепутала. Но в одной моей руке по-прежнему 7000 рублей, а в другой 2000. И я вас уверяю, что после просмотра этого ролика вы сможете точно сказать, чем же отличаются эти наушники. Ставьте лайк за честный обзор, пишите в комментариях, что мне проверить в следующем видео. Делитесь этим выпуском с друзьями. Ну, а мы не будем затягивать и поехали. И чем же так задели народ наушники Black Star? Ну, потому что, знаете, народ не дурак и умеет пользоваться интернетом. А Тимати так красиво расписал высокотехнологичное творение своего лейбла. Будто эти наушники даже лучше, чем Егор Крид. И раскусить его китайский брендинг оказалось проще простого. Ну, наверное, Тимати просто спалился любовью к красному граффити. Ну или тем, что эти наушники на AliExpress валяются еще с момента сотворения мира. Ну, как минимум, с декабря 2018 года. Они там имелись. То есть гораздо раньше, чем состоялась премьера наушников Тимати. И это лишь данные из моего заказа. И знаете, ребята, даже если бы Тимати все это сам изобрел да выпустил, а не, простите, брендировал обычный Китай, это вряд ли кого-нибудь бы порадовало. Потому что более мудреных и неудобных наушников я еще в жизни не встречала. Ну, как, впрочем, и мои подписчицы, которые не постеснялись это отметить. Блин, как коряво сделано-то. Это слишком сложные наушники. Да, я тоже так считаю. Это вообще жесть. Сегодня. Кто их вообще придумал? Я даже не знаю, как их открыть. Но я уверена, вы сейчас скажете: эй, Катя, ну, ты уже опоздала с новостью. Все эту тему уже обсудили и знают, что наушники-то одинаковые. Ребят, а точно одинаковые? Кто так сказал? И верно, да, обзор на наушники сняли и знаменитые всякие техноблогеры, и тем, кому просто не лень. Я, кстати, не буду заказывать наушники из Китая, которые продаются на всех этих интернет-магазинах, потому что, во-первых, я просто по описанию, о характеристикам вижу, что они, ну, фактически идентичны. Классно, конечно. Постарались, ребята. Но, знаете, я не люблю полагаться на чье-то субъективное мнение. А вы? Я думаю, ответ очевиден. И давайте же рассмотрим эти образцы поближе. Ну, а прежде полюбуемся чеком из магазина и заказом с AliExpress. Ну, чтобы все было честно. Итак, в одной руке у меня наушники, заказанные с AliExpress. В другой пакетик из МТС, где мы купили наушники от Тимати. Открываем. Итак, что представляют собой эти два чуда техники? Их даже нет смысла описывать отдельно. Беспроводные Bluetooth наушники спрятаны в два одинаковых металлических зарядных кейса продольной формы, отличающихся лишь наличием надписи, которая нанесена обычным методом термотрансферного переноса. Такую можно сделать на любом товаре. По бокам кейса находятся разъемы, в которых спрятаны сами наушники. Выглядят опять же одинаково, за исключением брендовой надписи. Вынимаются легким движением, заряжаются от кейса и регулируются сенсорными переключателями на наушниках. Ну, а что скажет фокус-группа? Как по мне, они вообще не отличаются. Внешне, по крайней мере, никаких отличий нет. Да, на самом деле я разницы особо не заметила. Разъемы одинаковые, фонарики одинакового цвета горят, ничего различного. А вот знаете, с одинаковыми разъемами я не соглашусь. Это, пожалуй, единственное внешнее отличие этих наушников, что и подтверждает экспертиза. Оба устройства имеют идентичное исполнение, идентичные характеристики аппаратных составляющих, за исключением интерфейса питания. Micro-USB и USB Type-C. И что же это нам, по сути, дает? Да, кабель Type-C типа круче. И, по идее, он должен как раз-таки быстрее осуществлять передачу данных и заряжать наушники. Но, по факту, мы абсолютно не заметим различия, потому что заряд зависит далеко не от кабеля, а скорее от источника питания, которого тут в комплекте нет. Короче, это почти так же бесполезно, как и надпись Black Star. Так, какие еще различия? В количестве сменных амбушюр. У Black Star их на одну пару больше. Ну, прям спасибо за версию для Маша Растеряш. А еще различия в упаковке. Если вы купите наушники от Black Star, то выкидывать вам придется более красивую и качественную коробку. Кстати, с русской инструкцией. Приятный бонус, правда? А что насчет заявленных функций? Помните, нам обещали быстроту подключения? Мы решили протестировать подключение к абсолютно разным телефонам, которые были участниц из фокус-группы, и больше. Боже мой, через какую боль мы подключались к наушникам. Эти
вообще с моим телефоном не хотят сотрудничать никак. А они вообще еле-еле засовываются. Сбой. Написано сбой. То есть практически сразу как включила Bluetooth, не сразу подключились. Нет. Почему-то вот левый не работает, не подключается, не знаю. Они подключаются по одному наушнику, судя по всему, к телефону. Угу. Телефон говорит, что подключился. Наушники молчат. Подключено. Та-да, намного быстрее, чем Blackstar. Короче, они не коннектятся к моему телефону. Могу я выбрать лидера по скорости подключения? Нет. Самое интересное, что некоторые из участниц вообще не смогли подключиться. И мы бросили эту затею. Но если нам и удалось с горем пополам подключить наушники, то итог получился дико корявый. Ну, потому что работали обе пары просто отвратительно. Сигнал какой-то идет в правом, но он так и не заработал. Работает по факту только один. Левый. Как я понимаю, правый просто бонусом идет. Ну реально, я не понимаю, как-то почему работает только левый. Мне кажется, я их сломала. Работает только один наушник. Ну, спасибо хотя бы за один рабочий наушник. Отклик на нажатие работает ужасно. Подключается только одно ухо и тут же отваливается. И вы спросите, кому отдать первенство? Да никому. И вообще, этот эксперимент с телефонами показал, что нам прямо придется подбирать особенный смартфон для своих новых наушников. И почему же ни одни из наушников нельзя выделить? Ну, наверное, хотя бы потому, что они не имеют абсолютно никаких технических отличий. Специалистам отмечается, что с точки зрения аппаратной структуры устройство является обратно совместимым. Данный факт подтверждается тем, что использование наушников AliExpress в кейсе наушников Blackstar возможно. Аналогичным образом возможно использование наушников Blackstar в кейсе AliExpress. Вот это новости! Теперь я даже, знаете, не боюсь их перепутать. И все же, что же это значит? А значит следующее, что наушники мало того, что одинаковые, они еще и одинаково плохие. Но окей, не спешите рубить, может весь сок не в зарядном кейсе, а в шикарном звуке. И вот что на это сказала фокус-группа. Наушники дорогие, на самом деле не просто так стоят дорого. Они довольно ярко передают все, что можно передать в музыке. Как по мне, нормальный звук. В общем, звук у них не очень. То есть они как обычные наушники, которые можно купить за рублей 500. Они отличаются по звуку. Во-первых, у них больше басов, а во-вторых, у них немного меньше качества самого звука. Передача звука хорошая, но басов нету, высоких очень мало. Глубокий звук на таких легеньких песенках каким-то. Рок я в них не советую слушать. По качеству звука мне показалось, они идентичные. Звук хороший, сильной разницы я не вижу. Если коротко, то наушники с AliExpress даже лучше, чем наушники от Timothy. И тут снова просто полнейший разнобой. Ну а все потому, что звучат наушники одинаково, но в то же самое время с одним существенным отличием. Оказывается, одни просто громче других. В ходе анализа специалистам установлено, что звучание наушников с AliExpress превышает звучание наушников Blackstar по громкости. Иные характеристики качества звучания, а именно насыщенность, соотношение высоких и низких частот, отсутствие шумов, представленных на исследовании наушников, идентичны. Громче значит лучше. Напротив. Таким образом, специалистам установлено, что наушники с AliExpress имеют более высокую энергию сигнала и частоту звука по сравнению с наушниками Blackstar. Отсюда мы видим противоречивый экспертный вывод. Цитирую. В ходе исследования специалистам установлено, что с аппаратной точки зрения беспроводные наушники идентичны. Разница в частотном диапазоне и энергии сигнала вызвана прежде всего тем, что наушники с AliExpress не могут безопасно эксплуатироваться по назначению по причине излишней громкости. Вероятно, для наушников Blackstar данные характеристики программно снижены без потери качества звучания. Выходит, друзья, что наушники от AliExpress попросту опасны для нашего слуха. Они превышают допустимый порог громкости в отличие от наушников от Blackstar. Ну что, ребят, как вам перспектива оглохнуть? То есть, если вы случайно врубите наушники от AliExpress на полную катушку, а это на минуточку, как вы видите, плотные вакуумные затычки, то, поверьте, мало вам не покажется. Уши слегка завянут и отпадут. Вот это новость. Ну а в целом выходит следующая картина. Тимати взял у китайцев готовый продукт, который уже был на рынке. Случайно это было сделано или специально, нам остается лишь догадываться. Взял и забрендировал Blackstar. Blackstar вынужден был их доработать и убрать косяк с громкостью, потому что иначе они бы просто не прошли Ростест. И этот исправленный итог выдали нам. Кушайте, ребята, не обляпайтесь. А тем временем старая кривая версия наушников так и осталась валяться на AliExpress у всяких разных продавцов. Отсюда получается, что в этой технике
технической битве наушники Black Star против наушников с AliExpress побеждает Black Star. Да, вы не ослышались. Ну, если, конечно, выбирать из двух говн лучшее. Ну, посудите сами. На наушники красиво перевели название бренда. Сделали модную коробочку, положили на одну пару амбушюр больше. У них имеется русскоязычная инструкция, а также этот потрясающий и бессмысленный разъем USB Type-C. Ну и, конечно же, наушники Black Star не заставят ваши уши кровоточить на максималках. Ну, потому что проходят по допустимому уровню громкости. Только вот знаете, эта сомнительная победа абсолютно ничего не значит. Потому что нам, покупателям, подсунули недоработанный продукт, который, ну, объективно, не стоит своих денег. И при наличии идентичного и более доступного аналога с китайского сайта попытались втюхать его как эксклюзивное новшество. Ага, нашли дураков. Более того, цена даже с натяжкой никак не вяжется вот с этим содержанием. Мало кто готов переплачивать за сомнительный бренд 5000 рублей. Ну, максимум 1500. Ну, ладно, 2. И то, зачем оно нужно? Кому ты похвастаешься вот своим Black Star? Это прокатит только если ты, ну, не знаю, сам из Black Star, и тебе эти наушники выдали бесплатно после того, как их поносил Тимати. Мой вердикт – не советую. Ни первые, ни вторые. Что же за этой историей мы можем с вами вынести? Что порой знаменитым именем и пафосной рекламой можно прикрыть лохотрон феерического масштаба. И вы спросите, почему же не получилось у Тимати? Ну, ответ очень простой. Потому что все научились пользоваться поиском по картинке с AliExpress. А еще потому что пафос и наглость, и все эти махинации истекали жиром прямо с экраном. За что Black Star и поплатился репутацией и, конечно же, получил кучу приятных душевных отзывов. На этом все. Спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока.